В Красноармейском районе гиревики собрались на 6-й открытый турнир на призы депутата Госсовета Чувашии Юрия Попова. В республике этот вид спорта популярен уже не одно десятилетие, воспитана целая плеяда прославленных гиревиков. Вот уже несколько лет поддерживает традиции чувашской школы мастер спорта России Юрий Попов. За награду учрежденного им турнира на этот раз боролись не только участники из городов и районов республики, но и спортсмены из Мордовии, Ульяновской и Самарской областей. По итогам соревнований первое общекомандное место завоевали представители Яльчиковского района. Ну а то, что поднимать гири можно не только привычным способом, продемонстрировал Владимир Портнов из Батыревского района.